Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Итак, друзья мои, всем привет, с вами Максим Шубин, канал «Реально Интересно». Не забывайте, ребят, ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзья, кстати, колокольчик нажимайте. И давайте наберем хотя бы 30 лайков под этим роликом. Всего лишь, ребят, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, чтобы продолжалось это прохождение, чтобы все было классно и круто. В общем, начинаем мы с того же места. Так, нам нужно искать новую гонку. Давайте будем искать новую гонку. В принципе, здесь еще есть... так, кольцевая гонка, блин, почему здесь... Это что, это лотус какой-то, я не знаю, типа на вот этой картинке. Возможно, лотус, возможно, нет. Ну, в любом случае, давайте поедем эту гонку. Какая же тачка сумасшедшая, просто сумасшедшая тачка. Прям отбитейшая, максимально отбитейшая тачка. Так, ладно. Это мы поезжаем аккуратненько. Мне кажется, показалось, у меня сейчас чуть этот багажник не отпал. Это копы? Здорово, копы. Я пытаюсь затормозить. Нормально. А давайте попробуем сменить машину, кстати. Какие еще машины у нас есть? Это я не пробовал. Так, Mitsubishi Lancer Evo. Нифига себе. У меня что, столько тачек есть? Охренеть. Мощность, максимальная скорость 1.6. Ускорение. Ну, ускорение лучше у этих тачек. Ну, давайте попробуем на другой тачке реально проехать. Почему нет? Mitsubishi Lancer Evo 10. Ну, это та же самая тачка, как бы, абсолютно. Просто, как бы, раскраска другая. Не, давайте в такой раскраске попробуем. Ну, просто, типа, попробуем в другой раскраске и, типа, почему нет? В смысле? Ну, короче, попробуем на этой тачке проехать Mitsubishi Lancer Evo 10. Не, ну, смотрится на самом деле круто. Блин, она прям тоже нормально очень выглядит. Вообще, тачка тоже достаточно старенькая уже. Кольцевая гонка Vertigo. Но, я так понимаю, у этой тачки лучше ускорение, чем у той моей, но мощность ниже. Ну, надеюсь, легче тогда. Не знаю, что-то максимально скорость написано. Ни хрена себе она рвет. Хрена себе. Блин, она просто все. Все, мы уже первые, ребят. Это другая тачка. Это реально другая тачка. И управляемость чуть-чуть получше чувствуется тоже, знаю тебе. Блин, она другая. Она просто другая. Другой характер у этой тачки. Этот характер тоже есть. Он другой. Какой непримиримый клоп, я бы сказал. Какой характер. Тип характера у этой тачки. Непримиримый клоп. Так, ну ладно. Ребят, заметьте, что я музычку оставляю, ребят. Так что, пожалуйста, сдоньте хотя бы рублей 10. Ссылка, ребят, есть в описании. Поддержите канал, чтобы он продолжал жить. А то, как говорится, значит, наши дни на ютубе сочтены. Если, ребят, не хотите, чтобы это такое произошло, то, пожалуйста, поддержите канал финансово. Ссылка, ребят, есть в описании. Ну, нормально, слушайте, нормально, тачка едет, что, нормально. Едет хорошо, уверенно. Хотя кольцевые гонки все-таки... Блин, смешновато. Правда. Ну, правда. Правда, 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 правда. Есть такой момент. Да. Не, тачка, реально, это лучше тачка поворачивает. Реально лучше тачка поворачивает. Не, откровенно лучше. Откровенно лучше. В плане дрифта она хуже. Ну, то есть, как бы, этот есть момент. Поворачивает получше. Получше все-таки есть такой момент. Ощущается, ощутимо. Так, ну что, ребятки, есть очередная победа. В принципе, сейчас победы мы стали прям штамповать, учитывая начало игры, когда мы проигрывали раз за разом, не было ни одной победы. Ну, здесь награда что-то какая-то маленькая, 9 тысяч всего лишь. В прошлый раз было, по-моему, 13 тысяч. Ну ладно, окей, чё. Так сойдет, в принципе, мы не гордые, да? Так, ладно. Так, есть еще одна гонка, давайте мы ее тоже покончим с ней. Ну, тут награда, типа, солидней. Вы слышите, какой звук у этой тачки? Блин, как будто тёлка кончает, серьезно. Охрененно крутой звук. Блин, мне очень нравится.
Блин, какой же классный звук. Шепчет, знаете, шепчет. Блин, мне тоже нравится, классно. Хочу за тобой повторять, малышка, хочу за тобой повторять. Так, ну что, поворот. Красиво исполнила. Выглядит она тоже бомбезно. Бомбезно выглядит. Так, ну где-то здесь поворачивает вроде. Там не особо интересно. Где-то здесь поворот. Нормально, в принципе. И тормоза, тормоза. По тормозам. А тормоза не очень, да? Нифига себе, ребят, какую черную полосу я просто прочертил. Ну, кстати, это по крайней мере, малышка может без черных полос стартовать. Офигеть, тормозной путь, конечно, здоровенный, тачки. Тормоза говно, короче. Ну, реально. Ну, типа, такой тормозной путь огромный. И... Или это нормально, ребят, я не знаю. Как по мне, много. Окей. Так, что-то там она подснимает. Кольцевая гонка перила. Цель, финиш первым. Погнали. Давайте расщеплим. О, все равно с черными полосами стартует. Пошли вы к черту. Не, ну слушайте, возможно, мне нужно повысить сложность, ребят. Я не знаю. Хотя на этой сложности я порой испытываю сложности. Это средний уровень сложности у меня сейчас. Я думаю, может, все-таки попробовать более жесткое. Почему нет? Ну, давайте это, короче, обсудим в комментариях под этим роликом. Может быть, для следующего ролика, ребят. Давайте, короче, напишите в комментариях, хотите, чтобы я поставил максимальную сложность и на ней уже парился жестко, ребята. Максимальную сложность хотите, чтобы я поставил, пишите тогда об этом в комментариях. Если не хотите, то так напишите. Я не хочу, чтобы поставил самую высокую сложность. Оставайся на той же. Вот, как-то так. Мне кажется, или нитро. Раз нажал, и все, и как бы больше не надо держать. Это плохо. Мне нужно порционное нитро. Ну, серьезно, мне кажется, такое лучше. Порционное. Ух ты, это Монте-Карло. Нет, это... Возможно, это Нью-Йорк какой-нибудь, типа Гудзон. Ну, то есть река Гудзон. Черт его знает. Эти яхты, это мне больше Монако напоминает. Но это точно не Монако. Наемно в другом виде. Ладно. Так. Там типа зрители. Там такой ор я слышал. Ор. Давай сюда, нормально. Немножко дрифта. Для любителей дрифта. Побольше дрифта. Для обожателей дрифта. Ага. Ну, что-то... Так, хорошо. Без дрифта. То есть я даже не нажимал на пробел. Не нажимал на ручной тормоз. Здесь нажал. Открыто. Здесь необходимо просто. Не знаю, я достаточно уверенно себя чувствую в этой тачке. То есть я, в принципе, их достаточно уверенно себя чувствую здесь тоже. Типа, я могу повернуть. Я могу нажать на газ. Причем газ в пол. И вполне себе нормально. Хорошо чувствую. Я не чувствую, что меня тачка сейчас разорвет. То есть нет такого. Да, у этой тачки тоже есть характер. Он, конечно, не супер какой-то зверь, зверский и так далее. Но он есть. Он более благородный, знаете ли. Он более благородный. Да, это нельзя сказать, что это какой-то там, допустим, сэр английский, либо вообще джентльмен. Но, тем не менее, у этой тачки все равно есть характер. Характер такого пацана, знаете, пацана-сорванца. Вот я бы так назвал тачку. Последний круг. Так, ну давай. Нет. Я, короче, хотел без ручного тормоза пройти, но нет, нельзя. Оп, меня догоняют, ребят, меня догоняют. Пацан. Сорян, мне нужно выигрывать. Что-то я тут немножко отвлекся, так сказать, от гонки. Надо собраться, ребят, надо собраться, но меня уже догоняют. Ну, слушайте, вот, а я говорю, типа, надо максимально там сложно и так далее. Меня сейчас точно бы обогнали, и вообще вы так вроде ничего, вполне себе. Мне все-таки надо ручной тормоз сжать. Не ссать, сжать его. Ну, я, конечно же, теряю скорость на этом, но тем не менее, хотя бы не врезаюсь, а все попало. Полетели. 150 км в час было, кстати. Неплохо. Осталось 500 метров. Так, немножко срезали даже. Так, это финиш, ребят. Это финиш. Как? Ну что ж, ребятки, есть победа, ребят. Есть победа! В очередной раз на новой тачке, между прочим.
Финиш первым. Тут, кстати, гонка длилась 3:30. Нормальная гонка длилась.